Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Угроза вымирания при такой политике только усиливается. И стабильность внутри тоже не удастся удержать. Потому что, еще раз повторяю, 10 миллионов живут на 14 тысяч рублей в месяц и менее. Сделать интересы человека приоритетом развития страны. Коммунисты и эксперты о необходимости срочной коррекции политики власти. Предприятия не могут расширить свои производства, не могут использовать инструменты, такие, например, как лизинг, как кредит, потому что все эти инструменты чрезвычайно дороги. А почему они дороги? Да потому что Центральный банк как раз установил такую высокую ставку. Пересмотреть кредитно-денежную политику. Фракция КПРФ высказала свою позицию накануне доклада ЦБ о планах работы на ближайшие 3 года. Найдите разницу, где здесь Украина, а где здесь руководимая вами Свердловская область. По-моему, разницы никакой нет. Коммунистическая партия протестует против сноса памятника Ленину в городе Ревда Свердловской области. Пересмотреть немедленно. Фракция КПРФ озвучила свои претензии к кредитно-денежной политике Центробанка. В Госдуме ожидают доклад главы ведомства о планах работы ЦБ на ближайшие 3 года. Коммунисты категорически не согласны с высокой ключевой ставкой, а также с тем, что Центробанк использует только этот инструмент в борьбе с инфляцией. Высокая ключевая ставка не дает российской экономике возможность развиваться и расти пропорционально запросам страны и вызовам времени. С такой кредитно-денежной политикой богатеют только банкиры и олигархи, уверены коммунисты. Ни о каком росте промышленности и развитии высоких технологий речи быть не может. Позиция фракции заключается в том, что мы категорически не согласны с проводимой кредитно-денежной политикой. В частности, мы не согласны с тем, что Центральный банк использует, по сути, только один инструмент для обеспечения кредитно-денежной политики. Этот инструмент – это ставка, ключевая ставка Центрального банка. Сегодня она составляет, как известно, 21%. И некоторые эксперты говорят о том, что это еще не предел, и возможно, что она даже вырастет. Постоянные обещания главы Центробанка о скором снижении ключевой ставки и совершенно противоположные действия ведомства по ее увеличению не оставляют веры в то, что политика ЦБ когда-нибудь начнет работать на экономику России, а не против нее. Нам говорят о том, что инфляционные процессы связаны с тем, что у нас очень высоко потребление, но недостаточно товаров массового потребления. Но откуда они возьмутся, если сегодня предприятия не могут расширить свои производства, не могут использовать инструменты, такие, например, как лизинг, как кредит, потому что все эти инструменты чрезвычайно дороги. А почему они дороги? Да потому что Центральный банк как раз установил такую высокую ставку. Именно высокая ставка провоцирует рост инфляции, а не борется с ней, считают в КПРФ. Отсутствие доступных кредитов привело к стагнации реального сектора экономики, а в перспективе ведет к его коллапсу. Если это произойдет, предупреждают коммунисты, инфляцию будет не остановить уже никакими инструментами. Мы предлагаем воспользоваться и другими инструментами, например, такими как специализированные кредиты по низкой ставке для производства, для покупки, для приобретения производственных мощностей. Вот в таком случае, когда эти деньги не будут оказывать инфляционного давления, в таком случае экономика будет развиваться и спрос будет удовлетворен. В России из-за инфляции себестоимость строительства жилья растет быстрее, чем цены на него. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, высокие цены обусловлены подорожанием земли, стройматериалов и трудовых ресурсов. Хуснуллин отметил, что приоритетным направлением для государства на сегодняшний день остается борьба с инфляцией. Коротко о других новостях в стране. Госдума приняла закон об установлении для юридических лиц повышенных мер административной ответственности за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Максимальный штраф составит до 60 миллионов рублей при повторном нарушении. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле. По данным спецслужб, украинский диверсант планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие военно-промышленного комплекса и инфраструктуру железной дороги. Возбуждено уголовное дело.
«АвтоВАЗ» столкнулся с угрозой банкротства. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов. По его словам, из-за роста ключевой ставки увеличилась долговая нагрузка на предприятие. Почти всю прибыль компания вынуждена тратить на погашение собственных кредитов. 67% россиян предпочитают путешествия по стране. Об этом свидетельствуют данные опроса «Альфа-страхование». 54% респондентов за последние 3 года не выезжали за пределы России. Среди популярных туристических направлений внутри страны – Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Настроение населения, уровень жизни людей, их социальные запросы – вот важнейшие факторы, влияющие на экономику страны. Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Председатель ЦК Компартии призвал власть наконец развернуться в сторону социализации, поставить в центр принимаемых решений интересы простых россиян. Тему продолжит наш материал. Мобилизация ресурсов, обеспечение обороноспособности, сплочение общества и, как результат, выход на дорогу форсированного развития. Эти задачи в полный рост встали перед руководством страны. Однако решить их, по мнению Геннадия Зюганова, не получится, если не создать достойные условия жизни для россиян. Представляя позицию КПРФ в Нижней палате парламента, лидер партии напомнил о последних заявлениях главы государства. Нам будет не легче, и об этом президент открыто сказал. В ближайшие 20 лет предстоит очень сложная и ответственная работа. Мне больше всего понравился тезис: никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Это главный тезис мировой политики, который они выстроили вместе с Си Цзиньпинем в ходе заседания БРИКС. Нам придется над этим работать. Но еще раз хочу сказать, при нынешнем финансово-экономическом курсе партия власти ни одну из установок президента не выполнит. В КПРФ констатируют, вопреки установкам президента, жизнь в России становится все менее справедливой. Это чревато дестабилизацией внутренней ситуации, что в условиях СВО особенно опасно. Геннадий Зюганов призвал депутатов не допустить подобных потрясений. Угроза вымирания при такой политике только усиливается. И стабильность внутри тоже не удастся удержать, потому что, еще раз повторяю, 10 миллионов живут на 14 тысяч рублей в месяц и менее. Они умирают медленно. Для них сегодня цены в магазине недоступны. Я не понимаю, почему вы не вызовете тех, кто руководит рынком, и не разберетесь, как могло случиться, что за 10 месяцев картошка подорожала на 54%. Это означает никакого нормального управления рынком. И ценообразованием никто не ведет. Продаем черти куда и сколько угодно. А у себя хлеб дорожает с каждым днем. Это недопустимо. Эксперты подчеркивают, в здоровой политической ситуации власть должна была бы учитывать настроение населения при принятии решений. Однако в современной олигархической России об этом речь не идет. Нашему стилю управления свойственна фрагментарность, разобщенность, несвязность. Непоследовательность и так далее. Это такая родовая черта. Необходимо менять стиль движения. Это серьезная проблема. Необходима активизация усилий по консолидации на базе достижений современной экономической науки, в том числе и российской экономической науки. Отказ от тех научных позиций, которые пришли к нам с Запада, не потому что они пришли с Запада, а потому что они относятся к другой экономике и к другому времени. Именно нежелание власти расставаться с иллюзиями 90-х является главным препятствием на пути вывода страны из кризиса. Эксперты объясняют, в российском руководстве по-прежнему немало либералов. Развитие реального сектора экономики буксует все последние десятилетия. А ведь производство – мощнейший фактор, влияющий на уровень жизни в стране. Наша задача – пятую колонну выявить и, так скажем, отстранить от власти – изгнать их из всех экономических ведомств, из Центрального банка, поднимать промышленность, чтобы заводы получали кредиты инвестиционные под 3% годовых на 30 лет, ликвидировать все офшоры, просто законодательно запретить офшоры и все операции с ними. В стране нашей должны служить все экономические ведомства. Полная смена экономической команды на патриотов-государственников.
Подобные перемены необходимы в ЦБ, полагают экономисты. Руководство Банка России все последние годы демонстративно не желает признавать за собой обязанность поддерживать развитие реального сектора экономики. Фактически ЦБ защищает только интересы банковской системы. Нужно просто заниматься своим делом. Необходимо, во-первых, снижать ставки. Это необходимо. И относиться к своей валюте как к суверенной. Нужно любить свой рубль. А Банк России его категорически ненавидит. Причем делает это на пару с Минфином. Потому что если мы посмотрим на фонд национального благосостояния нашей страны, то у того же самого Минфина 400 миллионов хранится в рублях и 3 триллиона в китайских юанях. Кого поддерживают наши монетарные органы? Китайскую экономику, но явно не свою. Финансово-экономический блок правительства или реальный сектор производства? На фоне СВО этот конфликт еще больше обострился. Чьи интересы победят? По мнению экономистов, сегодня в России борются два подхода к развитию экономики. Разрешать это противоречие надо прежде всего на фундаментальном уровне теории. Одна – это теория монетаризма, которая говорит, дергайте за финансовые веревочки, и все у вас будет хорошо. И экономика подстроится, и будет развиваться. Другая теория говорит, что промышленность главное. Нет промышленности, никакая финансовая система ничего сделать не сможет. Где лежит истина? Истина лежит в стратегическом планировании, где увязаны и монетарные, и социальные, и технологические, и другие экономические факторы. Мыслить в комплексе, думать о человеке труда российской власти только предстоит научиться. При этом самочувствие нации должно обязательно учитываться при определении стратегии развития страны, убеждены эксперты. НАТО предоставит военную помощь Украине в таком масштабе, чтобы ВСУ были готовы продолжать боевые действия в следующем году. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с генсеком Альянса Марком Рютте. Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание ВСУ оружием не изменит хода СВО. Коротко о других новостях в мире. Россия намерена усилить сотрудничество с Китаем в правоохранительной сфере и в области безопасности. Об этом заявил глава Совбеза России Сергей Шойгу на переговорах с секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Китая Чэнь Вэньцином в Пекине. В свою очередь, Чэнь Вэньцин добавил, что Китай готов вместе с Россией обеспечивать мир в регионе и на всей планете. В Мадриде сотни студентов вышли на акцию протеста с требованием отставки правительства из-за последствий разрушительных наводнений. Демонстранты обвиняют власти в неэффективных мерах во время чрезвычайной ситуации. На центральную часть Перу обрушились сильные дожди. Непогода вызвала оползни, разрушены десятки домов. На борьбу со стихией власти привлекли военнослужащих. В китайском Чжухае проходит международный авиасалон Air Show China 2024. Среди представленных Россией образцов вооружения – многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э. Самолет впервые демонстрирует свои летные качества за рубежом. Компартия выступает резко против незаконного сноса памятника Ленину в городе Ревда. Местные чиновники убрали монумент под предлогом реставрации, но на место возвращать не планируют. Коммунисты собрались у представительства Свердловской области в Москве и потребовали от губернатора навести порядок. Подробности в нашем репортаже. Изначально свердловские коммунисты не были против демонтажа памятника Ленину на центральной площади города Ревды. Реставрация – дело хорошее. Вождь мирового пролетариата простоял на постаменте 57 лет и нуждался в обновлении. Однако позже выяснилось, что чиновники мэрии хотят убрать его с глаз долой на окраину, в сквер у санатория «Родничок», а на центральной площади поставить фонтан и превратить ее в торговую. Коммунисты пришли к представительству Свердловской области, печально известной своим сепаратизмом в 90-е и либеральными взглядами, где до сих пор чадит Ельцин-центр и сносит памятники Ленину. Собравшиеся потребовали прекратить борьбу с историческим наследием страны. Найдите разницу, где здесь Украина, а где здесь руководимая вами Свердловская область. По-моему, разницы никакой нет. Вы что, хотите нам повторить опыт своего раскачки с Франции?
танками уральскими и с Уральской республикой попытки раскола Российской Федерации, у меня такое впечатление, вот судя по этому материалу, который я получил в своей депутатской деятельности, у меня такое подозрение, что вы стремитесь к расколу Российской Федерации. Собравшиеся отметили, что коммунистам приходится постоянно бороться с русофобией и антисоветизмом, против дискредитации подвигов СССР и его руководителей, с чьими именами связаны лучшие страницы истории государства. Кто объявил бесплатное образование? Да его в жизни никогда с исторических времен не было в России. Владимир Ильич Ленин первым указом ввел бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, бесплатное предоставление жилья всем нуждающимся. 5 миллионов беспризорников он воспитал в макаринское время, как раз в рамках советской социалистической идеологии. Коммунисты напомнили, что все достижения страны, индустриальное могущество, победа над нацизмом, создание развитой инфраструктуры стали реальностью благодаря деятельности Владимира Ильича. В конце встречи собравшиеся единогласно проголосовали за обращение к свердловским властям и потребовали вернуть памятник на историческое место в Ревде. Снос памятника основателю советского государства происходит на фоне ежегодной драпировки мавзолея Ленина, героизации белогвардейцев, гитлеровских пособников и разрушителей СССР, льющихся с экранов телевизора фильмов и сериалов антикоммунистического содержания. Это никоим образом не отличается от развертываемой украинским нацистами режимом кампании декоммунизации и не имеет ничего общего с воспитанием подрастающего поколения в духе подлинного патриотизма. Выражаем свой решительный протест. Мы это дело никогда не оставим. Будем бороться за то, чтобы Владимир Ильич вернулся в центр города. Для нас этот вопрос принципиальный. Как и для миллиона наших людей, которые уважают, любят свою историю и знают, кому мы обязаны. Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.